Алиса Американ Маги — это уникальный в своем роде проект, где Американ Маги, известный тем, что разработал эту игру и еще тем, что разработал эту игру, продолжает историю Льюиса Кэрролла, начатую в Алисе в Стране Чудес и в Зазеркалье. Дома у Лидл происходит пожар, и все умирают в муках, кроме Алисы, которая замыкается в себе, пытается покончить с собой и попадает в дурку, где врачи, уже забив на чокнутую, подсовывают ей плюшевого белого кролика, который отправляет Алису обратно в Страну Чудес. На месте выясняется, что королева червей захватила царство, которым и так вроде правит, и учинила лютую диктатуру. Все знакомые Алисы послетали с катушек и жаждут крови мяса кишок, кроме чеширского кота и еще пары тройки персонажей, которым все равно досталось, достанется или не досталось по недосмотру. Игра использует движок Quake 3, причем весьма неплохо. Традиционно нереально жуткий геймплей 3D-платформеров в данном случае работает, в том числе благодаря подсветке точки посадки Алисы и шутерной камере, которая не имеет мозг игрока, пусть и подвешена за спиной персонажа. Помимо долбанутых окружений, не менее долбануты противники и оружие, причем враги окружения и отыскиваемые пушки прямо или косвенно соответствуют окружению, а окружение ссылается на истории Кэрролла или на фрагменты воспоминаний Алисы. Игра очень брутальна и кровава, базовое оружие, стрижающий клинок, серечь, кухонный нож, рубит все, и его можно метать, причем патроны не заканчиваются, после броска нож снова материализуется в руке. Вдобавок к ножу имеются карты с самонаводкой и эффектом дробовика, крикетная палочка-гранатомет, морозный посох, девичий огнемет, игральные кости, кастующие демонов и, наконец, мушкет, который в молодости был БФГ-9000. Драки с боссами прилагаются и весьма приятны в прохождении, потому как все боссы сволочи. Хотя Кэрролл от этой игры и крутится в гробу, настоятельно рекомендуется всем любителям атмосферных, сказочных, почти хорроров.